Детское радио представляет. Витаминные истории. А сегодня я буду изучать виноград. Вот про него я знаю много. Например, от сорта винограда зависит цвет ягод и их форма. А ягоды бывают и золотисто-розовыми, и темно-синими, и почти черными, а по форме удлиненными или круглыми. А ведь сортов винограда очень много. Более 1500. Ух ты, как много! Ну, конечно. Знаешь, ведь виноград – одно из древнейших растений. Вот даже в греческой мифологии есть легенда о прекрасном юноше Ампеле, который превратился в виноградную лозу. Поэтому есть сорт винограда, который так и называется – Ампелос. А как выглядит виноградное дерево? Виноград – это не дерево. Это такое вьющееся растение, которое называют виноградная лоза. Это растение обвивает изгороди, заборы, террасы и образует живые тенистые навесы. Виноградная лоза, а я и люблю виноградный сок. Он самый вкусный. А еще изюм и кишмиш. Это сушеный виноград. Виноград очень полезен. Еще он повышает аппетит. А как выращивают виноград? Почву под виноград готовят с осени, а летом лозу подкармливают, поливают и разрыхляют вокруг саженцев землю. Холодной зимой, чтобы саженцы не замерзли, их укрывают, а в конце зимы обрубают сухие ветви. Цвести виноград начинает в конце весны, в начале лета. Когда цветы опадают, на их месте образуются крошечные зеленые завязи. Это будущие ягодки винограда. Виноград созревает в августе-сентябре, а некоторые сорта только в октябре. Значит, приходит время сбора урожая. Правильно. Получается, что виноград зреет примерно 3 месяца. Сколько же премудростей надо знать, чтобы стать настоящим садоводом? Скоро обед, а у меня что-то аппетита нет. Наверное, надо винограда поесть.